подземные породы продолжаются. Курильского коктейла смотрели, мы тут нас смотрели. Норвежская лесная девочка тигрового окраса на белом мире. Ты, конечно же, пошла. Ну, итак, Норвегия имеет тоже только полудлинную шерсть. Норвежские лесные не так популярны, как лесные. Они, наверное, все-таки отбор идет более строгий. Перед нами девочка, шерсть которой настолько теплый и мягкий тонами, что издалека можно принять за черепаху. Давайте будем заряться. Давайте посмотрим на муку. Итак, высоко посаженные ушки тоже с кисточками и замечательная линия профиля. В отличие от мелькуна, вы видите, что профиль норвежской лесной отличается своей прямотой и длиннотой. Сильная линия подбородка, красивая линия лба и раскосые глаза. Здесь уже нет той дикости во взгляде, потому что этот взгляд, раскосые глаза, это пока еще. Какого цвета твои глаза? Зеленые, нежно-зеленого тона. Зрачок расширен, потому что девочка очень волнуется. Не надо волноваться, то есть все отлично. Когда вы увидите взрослого норвега в его полной шубе, вы еще раз поймете, чем же Норвегия отличается от всех остальных аборигенов, больше викингов. Ну, в общем, здесь есть владельцы, которые вам более подробно могут рассказать об этой породе. А я вижу великолепных представителей норвежских лесных.